dvhub.ru. Уже который день мы открываем очередную доску, посвященную нашим лучшим гражданам города Биробиджана и Ирийской автономной области, чтобы увековечить их память, чтобы каждый проходящий мог увидеть, прочитать эту фамилию, вспомнить стихи этого человека, который прошел сложную и трудную жизнь. Он воевал и уже в 40-е годы имел популярность как человек, который пишет стихи. We'll be right back.